19 мая под председательством губернатора Сергея Морозова прошло тематическое совещание по финансово-экономическим вопросам. В начале заседания Сергей Морозов напомнил наиболее важную задачу, стоящую перед нашим регионом. Я еще раз хочу обратить внимание, что наиболее важная задача, она и экономическая, и политическая, и финансово важная задача этого года – это борьба с бедностью. Борьба с бедностью, а уже потом, так сказать, все идет вот там, где мы уже расписали, это и большие преобразования во всех сферах жизни, и в региональной экономике, и в социальной сфере. В качестве одного из вариантов решения этой задачи глава региона предложил принять опыт Китайской Народной Республики, которая за непродолжительный период времени вывела несколько десятков миллионов своих граждан из нищеты и бедности. Об основных этапах формирования проекта регионального бюджета на 2018 год рассказала министр финансов Екатерина Буцкая. Сейчас на рассмотрении и утверждении находится график подготовки проекта областного бюджета, и график разработан с учетом федерального графика подготовки и рассмотрения в 2017 году проектов федеральных законов, документов и материалов, разрабатываемых при составлении проекта федерального бюджета. Хороший бюджет – это одно из звеньев успешного развития любого региона. Другим звеном многие считают развитие агропромышленного комплекса. В Ульяновской области привлечь инвестиции в сельское хозяйство решили с помощью вовлечения в оборот заброшенных много лет назад земель. Благодаря специальной программе в нашем регионе упрощается порядок предоставления земельных участков. Площадь земель сельскохозяйственного назначения в нашем регионе составляет 2 миллиона гектар. Половина этих земель у нас находится в общедолевой собственности. В целях получения достоверной информации о реальном состоянии сельхозугодий проведена инвентаризация земель сельхозназначения. В результате у нас выявлено 31 732 невостребованные доли, общей площадью 273 тысячи гектаров. Агентством госимущества совместно с Минсельхозом создан региональный атлас земель сельскохозяйственного назначения. Он включает в себя перечень всех земельных участков, находящихся в областной и муниципальной собственности. Здесь же указана подробная информация о плодородии земель и о агрохимических свойствах почвы. На следующей неделе в Ульяновской области вновь будут обсуждать региональный бюджет. 23 мая в законодательном собрании пройдут публичные слушания по годовому отчету об использовании бюджета за 2016 год. Андрей Корчагин, Юрий Конихин, новости «Ульяновской правды».